Всем привет, это Маков Нет, в студии Натальи Троицкой. Да, это как бы новости. О чем мы сегодня узнаем? Сегодня вы узнаете. Apple 39 лет. Кто-то восхищается, кто-то пребывает в унынии. Это я о создателях компании Apple. Селфи-палки? Ну, уже надоели. А вот селфи-туфли? Новый тренд. Будет ли он или нет? Chromebook? Что это? С чем его едят? Компания Google в солидарности с другими интересными компаниями предоставила дешевые хромбуки. Премиальные палки для селфи, конечно, от Motorola в любом виде, любой категории. Компания Apple в этом году отметила 39 лет своего создания. Представляете, 39 лет. Вроде бы не так давно мы пользуемся этими безумными и любимыми всеми уже iPhone, iPod, iPad, MacBook'ами, iMac'ами. Я не знаю. Подтвердить. Я не хочу. Или вы можете купить что-нибудь от Hewlett-Packard. Подтвердить. О, да. Но, тем не менее, компания 39 лет, с одной стороны, не маленькая цифра, с другой стороны, не такая уже большая. Сами понимаете, телефоном-то всего 42 года пользуемся, кстати. А вот iPad, первый iPad, появился 5 лет назад. Так вот, о чем речь, друзья мои? Как только какой-то юбилей происходит в компании Apple, почему-то многие люди забывают, что 39 лет назад компания Apple, его истока держала целых 3 человек. Точнее, 3 человека создавали эту великую гигантскую корпорацию, которая сейчас существует и захватывает все новые-новые головы, руки, умы. Так вот, Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Уэйн. Кто это такой? Мало кто знает. Так вот, он написал несколько книг именно о том звездном часе, который он про. Сами знаете, что происходит с теми людьми, которые вдруг понимают, что тот звездный час не увидели, не услышали, прошли мимо. Так вот, через 12 дней после открытия компании Рон Уэйн подумал, да зачем это? Да не верю я в это, да не пойдет это. Пойду-ка я финансами позанимаюсь, микро, макро и прочее на бирже. А здесь я никаких денег не срублю. В общем, Стивы, давайте развивайтесь как-то без меня. Ну, Стив Джобс, малый, умный товарищ, предложил, говорит, давай выкуплю у тебя буквально за сколько? За $800 10% акций компании. И ты свободен. Собственно, что Рон и сделал. И теперь он сколько уже лет жалеет, потому что его $800, которые тогда дал ему Стив Джобс, превратили сейчас в 35 миллиардов, вот эта 10% доля такой корпорации. Эх, воспоминаний много, но, тем не менее, на старость лет есть о чем подумать, вспомнить, написать книгу и пожалеть. Пожалеть его, в первую очередь, себя и прочих кандидатов на вылет, как говорится. Что ж, Рон Уэйн, тебя тоже поздравляем с этой замечательной датой. Тим Кук радуется, а ты грустишь в стране. Не грусти, дружок. Ограниченная версия iPhone 6 и Samsung Galaxy 5 представила компания Carver. Но все прекрасно знают, что эта компания постоянно выпендривается в золоте, платине, серебре, с абсолютно разными надписями, иероглифами. Все, что вы пожелаете. Как говорится, главное денег не жалеть. Вот к 70-летию Великой Отечественной войны выходят лимитированные всего лишь 70 аппаратов. Вероятнее всего 70 Samsung и 70 Apple. На всех решили угодить, но в таком маленьком количестве, небольшом. Так вот, эти смартфоны, эти флагманы будут выделяться и по цене, тем не менее. Но если хотите выделиться, пожалуйста, платите. Так вот, Apple будет по 150 тысяч рублей за штуку, а Samsung по 130 тысяч рублей, опять же, за штуку. Так что хотите выделиться, выделяйтесь. В всемирной паутине появились новые фотографии iPhone 6. Не так давно мы об этом говорили, что вот в пластике будут новые iPhone, что они себе будут представлять, что это будет. По сути, это 6-й аппарат, 4-дюймовый только, да, в маленьком цветном корпусе. В общем, кому нравится маленькое и компактное, вероятнее всего, что Тим Кук все-таки запустит эту линию. Пока фотографии появились только в розовом цвете, может быть, будут салатовые, желтые, радужные, опять же, все по желанию. Что касается дизайна вот этой вот будущей новинки от iPhone, то его новизну выдает двойная светодиодная вспышка, ну, чего, в принципе, не было у предшественника. Кроме того, иначе выглядит решетка динамика на нижней боковой грани. Ну, нельзя вот, конечно, и не отметить, что оформление динамика микрофона и вспышки очень напоминает iPhone 5s, поэтому я и говорю. 6-я начинка, iPhone 5s, ну и цвета, как у 5c. Это новый пластиковый 6c от компании Apple. Покупай, торопись! Покупай не то чтобы живопись, но что-то рядышком и что-то интересное.
1 апреля Google анонсировала новые недорогие ноутбуки под управлением Chrome OS, известные в народе как Chromebook. В этот раз партнерами поискового гиганта стали несколько компаний – Asus, Haier и Hisense. Если последние две компании представили устройство в стандартном форм-факторе, то Asus в этом, конечно, очень удивило. Так вот, Asus Chromebook Flip, что это из себя представляет? Это, с одной стороны, имплантшет, с другой стороны, его можно использовать, этот планшет, как ноутбук. Ну и, собственно, можно оригинально поставить его планшет с подставкой, организовать, роль, в общем-то, которого выполняет клавиатура, в зависимости, конечно, от предпочтений пользователя. Стоимость новинки будет в районе $250, но это самая-самая такая скромная, неоригинальная версия. Ну а далее по списку. Ну слушайте, а что было такого интересного еще в представлении, опять же, вот компании Google, именно Chromebook? Так вот, появилась новая флешка. Обычная флешка — это флешка-компьютер, по-другому никак не скажешь. Так вот, ее спокойненько вставляешь в монитор, и вот тебе самый настоящий компьютер. Пользуйся, настраивай под себя профиль и вперед, как говорится, из песни. И эта флешка будет стоить не так дорого, в районе $100, даже ниже, по крайней мере, об этом говорит Google. Moto Selfie Stick. Что это из себя представляет? Новая премиальная палка. Ну, может быть, это в кавычках. Почему? Потому что 1 апреля Motorola решила вот таким образом выделиться. Ну, а как же? Селфи-туфли появились. Ну, а что Motorola без палки, без премиальной? Да куда же она может? Да в конце-то концов. В общем, если хочешь выделиться в толпе, и не только, например, где-нибудь в музее, конечно, запрещено, но тем не менее, в каких-то других местах, покупай, пожалуйста, палочку, хоть из красного бука. Какой-то премиальный, хоть из кожи, стразы Сваровски, хочешь золотую палку, Motorola тебе такую сделает. Только плати деньги, и вероятнее всего ты будешь выделяться из толпы, а может быть и нет. А вы верите, что Motorola выпустит золотую палку, инкрустированную бриллиантами, якутскими, возможно? Верите или нет? Да или нет? В комментариях пишите, очень интересно ваше мнение. И будете ли вы ее покупать, что самое главное? И вообще, друзья мои, как вы относитесь, в принципе, к палкам для селфи? Я знаю, что большинство из вас обрадуется новому изобретению от компании Муз. В общем, непонятная компания, которая как раз анонсировала новые туфли для селфи, которые по $199 за пару будут продаваться уже скоро. Как они обещали, со 2 апреля заказывайте. Я еще не заходила, не заказывала. Тем не менее, очень интересное устройство. К обычным туфлям можно аккуратно вставить смартфон. Девушке необходимо поднять ногу, как можно выше, конечно же. И, собственно, нажимаете волшебным прикосновением на кнопочку камера, и съемка, все, что рядом с вами, часть вашей ноги, будет зафиксирована. Это новые селфи от компании Муз, я даже не помню, как она называется. Тем не менее, я думаю, что девушка, которая делает такое селфи, привлечет внимание, особенно людей, которые стоят напротив нее и делают селфи маленько другого ракурса, понимаете? В общем, по $199 за радость, молодые люди. Хотите порадовать себя, своих окружающих, ну и, в общем, собрать побольше лайков в Фейсбуке или в социальной сети, как ваша девушка активно селфится с помощью этих туфлей, то, пожалуйста, принимайте меры, как говорится, по заказу. 1 апреля компания Microsoft решила по нешуточному, как говорится, выпендриться и анонсировала дешевый относительно планшет Surface 3 под управлением, как вы знаете, чего, Windows 8.1. Так вот, гаджет поступит уже скоро в продажу, обещают в мае, может быть, в июне, стартовая цена $499. Так вот, базовая версия, что она из себя представляет? Full HD экрана, 10,8 дюйма, неплохо. Четырехъядерный процессор Intel Atom, частота 1,6 ГГц, нормально. Базовая модификация Surface 3 получила 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней памяти. Ну, конечно, более продвинутая версия. 4 гигабайта оперативной памяти и 128 внутренней. Не так уж и плохо. Стоимость последней составляет в районе $600, как обычно, без единицы, $599. Хороший, как всегда, маркетинговый хонт любой компании. Как бы новости на сегодня закрываются, но новости не заканчиваются вообще и в общем. На радиостанции Русской службы новостей каждое воскресенье в 16:00 смотрите программу «Компьютерщики». Звоните и спрашивайте. Всем хорошего вечера, дня, ночи. В общем, где бы вы ни находились, смотрите «Как бы новости» на Маков нет. Ну и хотя бы немного радуйтесь жизни, если вдруг грустно стало. Пока. Да, там нарежут. Главное, чтобы какашки в душе не оставил и драчёный.